посоветовать девушкам, чтобы не попасть в такие ситуации, по крайней мере, быть внимательными, видеть, наоборот, ситуацию вокруг, кто рядом, кто заходит в лифт. Если девушка чувствует опасность, я считаю, что лучше не заходить, не рисковать. А как определить опасность, если нет? Интуиция. А если так случилось, случился такой случай? Если случилось, что девушка оказалась в лифте и с ней произошла неприятность, прежде всего, не устраивать паники, не кричать, не дергать его, попробовать сохранить спокойствие внутреннее и попробовать найти момент, где она могла бы разрешить эту ситуацию. То есть не терять голову? Не терять голову. В основу этого метода самообороны заложен принцип следования, что позволяет легко завязывать руки, ноги и тело партнера с использованием пассивной силы первоначального импульса агрессивного движения. Ощущение пустоты и наполненности движения, податливости и следования возникают в результате упорных занятий в школе Винчун. Совершенно непонятно с чего, набросился какой-то молодой человек, причем это было тоже в лифте. Я однозначно чувствовала агрессию сзади, в общем-то, и среагировала совершенно нормально. То есть я практически в такой ситуации, которую мы снимали. Ну и, в общем, окончилось тем, что он был настолько ошеломлен, что потом стал выяснять, где я занимаюсь и так далее. В общем-то, остались друзья. В нашей школе ученики проходят длительное обучение, срок которого определяется индивидуальными способностями и конкретными задачами. Для тех, кто связывает свой путь с Винчун, эти занятия продолжаются всю жизнь. Там перерыли все, там уже все, не проедешь. Сколько я вам должна? Мне не нужны деньги. Вот такие ситуации, скажем, совсем бытовые, которые связаны конкретно с хамством, это очень такой вопрос, скажем, имеющий отношение к общему развитию культуры. То есть нужно очень точно понимать, с кем конкретно происходит эта ситуация, в какое время, и вот исходя из этого только так можно принять правильное решение. Потому что вот, скажем, каких-то таких таблеток на эту тему не бывает. В экстремальной ситуации, требующей принятия порой молниеносного решения, нет возможности вспоминать прошлый опыт наставлений или предаваться размышлениям о будущем.
Совершаемый поступок определяет, насколько подготовлен человек к адекватному восприятию того, что происходит вокруг. В поступке в едином моменте времени объединяются прошлое, настоящее и будущее. И в его внешнем проявлении мы можем почувствовать, по словам Карлоса Кастанеды, манифестацию духа. Итак, сколько бы ни было партнеров, вы должны помнить, что с каждым из них вы работаете через одного, подставляя, перекрывая, затягивая, наталкивая одного на другого. В экстремальных ситуациях эти навыки пригодятся. Работа с несколькими партнерами увеличивает диапазон реакции, помогает выйти на интуитивные действия. Тактика поединка заключается в том, чтобы, перекрывая одного партнера другим, осуществлять контроль центральной линии. Это основной принцип Винчон. Освобождение от захватов – это прежде всего умение перенаправлять силу противника и использовать ее против него самого. Наполнив кисти рук энергией и следуя потоку силы, доверяйте закону круга и эффективности приемов Винчун. Должна рассматриваться с точки зрения, ну, скажем, комплексно. И если ты понимаешь, как бы, все мотивы и моменты, как бы, почему эта ситуация произошла, как она развивается, то ты совершенно можешь, как бы, вот из такой ситуации пойти просто вместе с этим человеком и решить уже не на кулаках, а, скажем, на чашке чая.
никакого значения. Примерно 2000 лет назад великий Будда говорил о том, что все сущности во Вселенной образованы сочетанием темноты и света, полного и пустого, вдоха и выдоха, любви и ненависти, иными словами, единством инь и ян. Материя возникает тогда, когда внутреннее инь и внешнее ян встретились. Она исчезает, когда инь и ян разделены. Таков всеобщий закон Вселенной, когда созидание и разрушение сменяют друг друга. Даосские мудрецы говорят, что, являясь матерью инь и ян, Тайцзицюань или Великий Предел порождается беспредельно. Тайцзицюань – это древнее искусство движения, в развитии которого влита мудрость, опыт и знания тысячелетнего китайского культурного круга и, прежде всего, его даосской традиции. Еще древние говорили о том, что для достижения результатов необходимо пройти целый путь становления мастера, на что требуется немало времени. Кто в совершенстве владеет тайцзицюань, тот подобен тому, кто может поднять ветер и схватить силу, и движется так же легко, как угорь в воде. Упражнения тайцзицюань развивают телесные и духовные сущности человека. Практика тайцзицюань связана с постоянным усовершенствованием упражнений. Беспредметная медитация в тайцзицюань осуществляется в двух видах. Концентрация на нижнем дантянь и упражнение на совершенное внимание. Здоровье, самооборона и медитация объединяются в тайцзицюань. В нестандартных ситуациях особенно важно понимание действий здесь и теперь и адекватность реакции. В основу этого метода самообороны заложен принцип следования, что позволяет легко завязывать руки, ноги и тело партнера с использованием пассивной силы первоначального импульса агрессивного движения. Ощущение пустоты и наполненности движения, податливости и следования возникают в результате упорных занятий в школе Винчун. Одним из секретов Винчун является психологическая подготовка.
Для этого проводятся специальные занятия с использованием психодраматических техник. Особое внимание уделяется методам медитации, дыхательным техникам. Параллельно проводятся занятия по философии, медицине, искусству. Инструкторский уровень предполагает знание базовых основ, свободное владение всеми формами школы, умение использовать их в практике свободного боя. И, собственно, после этого внешние формы начинают терять свои очертания, приобретая смысл и внутренние переживания. Открывается глубина и простота работы принципов Винчун. Вы сгибаете то, что сгибается, толкаете то, что падает, ударяете туда, где нет сопротивления. Воинское искусство – это не просто искусство ведения боя, это стройная система развития человека-воина, в которой гармонично сплелись воедино религия, философия, искусство и практика. Только целостное сознание дает возможность человеку гармонично и без трагизма пройти свой путь, сделать эволюционный виток на пути к вечности. И в горе, и в счастье, и в хорошую, и в плохую погоду, и в полном здравии, и в болезни, и в победе, и в поражении – это, наконец-то, человек и мир в их божественном проявлении. Это человек, который чувствует радость и боль, но с той разницей, что он свободен. Винчун – это искусство ведения ближнего боя, важным отличительным признаком которого является защита в сочетании с молниеносной контратакой, состоящий из непрерывной серии ударов, толчков и бросков руками, ногами и всеми частями тела. Мастер Винчун никогда не нападает первым, однако всегда реагирует на начальный импульс движения партнера, непрерывно развивающимся вперед каскадом движений. В основе удара Винчун заложен принцип кнута или разжимающейся пружины, поэтому удар может наноситься практически с любого расстояния. Every day for all my life I used to do it and I needed it. The only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life I used to do it and I needed it. The only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life, I'm used to do it and I needed it. The only thing I want is just to rush, push, cash. We'll be right back.
at the machine every day for all my life. I used to do it, and I need it. It's the only thing I want is just to rush, push, cash. Примерно 2000 лет назад великий Будда говорил о том, что все сущности во Вселенной образованы сочетанием темноты и света, полного и пустого, вдоха и выдоха, любви и ненависти, иными словами, двуединством инь и ян. Материя возникает тогда, когда внутренний инь и внешний ян встретились. Она исчезает, когда инь и ян разделены. Таков всеобщий закон Вселенной, когда созидание и разрушение сменяют друг друга. Воинское искусство называют законченным мастерством техники, которое развивается за счет отражения внутри души. Только тогда, когда поступок и его суть объединяются в едином порыве, обретается истина. Окончательная цель воина
использовать жизненную активность, чтобы стать мастером жизни.